пойдем. Еще не проверял, что по урону. Так, мне кажется, урона больше стало, нет? Дай проверим, кстати. 13 было, да? Чат работает? То я переживаю. Может быть... Ладно, допустим. Я так примерно и назвал это. Это, если это Дантинир сейчас использовал, я тебе сейчас вот покажу. Смотри, это вот это чипи-чипи, но чапа-чапа, а еще есть вот это. Долбанный меч световой. Кажется, мне нужно оружие менять на что-то другое, если я хочу так ходить. А если у меня что-то... Я просто что-то смотрю, в последнее время я использую больше вот эту крутилку. Вот это было. Может быть, это будет хорошо теперь? Рута. Себе. Это мы куда? Нет, я вряд ли буду этим пользоваться. Давай возьмем просто что-нибудь, что бьет помощнее. Сыр. Серп. Топор. Серп давай. Он медленный, но... Я не знаю, что коняшки прям здесь это... Кто-то в Канаме не любит коней. Сначала голову летали. Нафиг, паук, говно. О! Чироку. Или как он там назывался? Кольцо хозяйки. Простите.
кольцо императрицы. Сначала кабриолет, теперь императрицу нашли. Ладно. Понижать защиту на 2, понижать здоровье на 3. Дух на 3. Как-то странно оно у них добавляет вообще. Туда-сюда. Ага. Можно попробовать в противовес что-то поставить. Вот этим эта система и хреново. Потому что ты сидишь, тебе нужно математикой заниматься. Вместо того, чтобы играть. Вот что я вместо поставлю? Нужно что-то, что отнимает меньше атаки. Но прибавляет защиту. Прибавляет атаку, силу. Мне нужно что-то, что прибавляет защиту, здоровье и дух. Вот эти два кольца можно, в принципе, вместе носить. Сила минус 2. Сила плюс 2. То есть, по сути, ничего не изменится, да, на силу. Та же история на атаку. Хотя нет, с кольцом хозяйки. Нет, ничего не... по силе ничего не изменится. По защите плюс 2, минус 2. Сука. Как же классно. По духу. Плюс 5, минус 3. По духу больше будет. Интеллект плюс 2, минус 2. Ну, по сути, два кольца экипировать вместе и получится плюс 2. Хотя нет, здоровье. Плюс 5. Плюс 2 здоровья будет. И что еще? Дух, да? И плюс 2 духа. Гениально, блядь. Просто гениально. Ну давай, чё. Раз других колец у вас нормальных нету. Это вернуть. Мне просто нравится, когда она быстро бьет. Да что там смотреть на эти статы? Все же посчитали уже. Там не пропустил дверей никаких. Лазурить. Это точно ворона, потому что она звучит как гусь. Зимуа с голем падает руда. О, леди Нре. Кто это? Кто это бестия? How you doing? Где я? А вы наконец очнулись. Последнее, что я помню, как ко мне в дом зашел приятный мужчина. Или же мне это приснилось? Зашел. Он тебе между ног зашел. Приятный мужчина твой. Нет, это был... А, неважно. Что было, то было.
Да, он зашел и упал прям вот так, как кот. Возвращаться домой, работа не ждет. Чем вы занимаетесь? Я ювелир, а зовут меня Лаура, до встречи. Это тот, кто на тебя упал, ювелир. Есть подозрение, что она в сговоре. Есть привычка не доверять большегрудым женщинам. Они могут воспользоваться тобой. Количество шуток за минуту зашкаливает. Я хоть выживу, а то что-то это... Я только один нашел портал, что ли, ну ё-моё. Да это реально гусь, а не ворона. Почему он задает звуки гуся? Конг! Есть курить. А вот это интересный пророк. Не надо, не надо, не надо! Да ваше гнездо, блядь, идите нахуй! Ссаные пухи. Подогревает ваш аппетит. Нежный гриб с красными точками. Интересное у тебя мышление, игра. Эй! Ты смотри, нормальный гриб. Мне хочется туда, там глиф. Но мне нужно сохранение. А тут сохранения не было вообще нигде. У меня хп уже кончается. Хорошо, так и сделаем. Пойдем в ювелирку сходим. Еще раз посмотрим на Бубу. Друг мой пришел. О, друг мой пришел. Как дела? Забаза. Сам как? Никогда не отвечают, всегда уходит. Да, стоит бедрами виляет. Мне кажется, я этот спрайт видел в какой-то фанатской игре, не? Знаешь, это твое одеяние. Знаешь, это твое одеяние. И это твое лицо. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Микс. Джек Воробья, капитан Джека Воробья, и как ее зовут? I couldn't tell you, but I found that name. Как ее? Каири знает. Аврил, да? Аврил Лавин, да? Да, ничего напоминает. Да. Сиськи особенно на Данчу похожи. Значит, это твое одеяние, ты будто в траур облачилась. Прошу вас, ни слова больше об этом. Уж извини за прямоту, но все же позволь мне дать тебе совет. О, Данич. Немного украшений никогда не повредит, как считаешь? Украшений? В общем, ты меня поняла, принеси лазурит, я сам... О. А? May the light go with you. Чего? Какой хороший камень ты отыскала. Позволь мне немного поработать над ним, и я выложу свое творение. Халява. Тортик. Уверен, тебе понравится.
Кать, ты хмурый, улыбнись, все мужчины будут твоих ног. Разденься догола, и все мужчины будут твоих ног. Я не улыбаюсь. Не улыбаешься? Как странно. И что же нам с этим делать? Ничего. Точно, мне нужен рубин, сапфир и изумруд. Вот видишь, я сделал такую прелесть, что ты не заметишь, как твое лицо озарит улыбка. Да циркон тебе не нужен, блядь. Улыбку озарить. Циркониевый браслет, купи! А я у меня нету? Ну ладно. Пойдем посмотрим, что она в лавку выставила. Welcome. Welcome. Hey, want to buy something? Шанс упадения предметов 777 стоит. Блять, статы шаляй-валяй опять. Серьезно. Минус защита, минус здоровье, минус дух. То есть все остальное, основное, что мне нужно. Угу. Зато плюс 3 удачи. Плюс 2 интеллекта, плюс 2 силы. Я не знаю, зачем они это сделали. Да вряд ли статы из моих колец меняются. Хотя, кто его знает. Может, она просто удачу повышает. Ты его пойми. Я пока не буду брать, оно мне в целом не нужно. Че ушел? Хозяин! 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 А, хозяин! А у тебя есть? Hey, мясо! Мясо давай! Мясо! Зашел в магазин, купил мясо на 1000. Мясо! Давай мясо! Какой-то один из мимасов про мясо здесь должен быть. Либо с Луфи. Либо мясо давай. Что-то одно из двух. Туманная просека. Я чуть попозже послушаю музыку отсюда. Сначала я вернусь сюда, пожалуй, и обследую пещеру, в которой пауки были. Не могу подгадать, ссаный паук, мать его. Да попади ты в него. На. Все-таки придется, мне кажется, менять этот, вот этот на что-нибудь. Как будет фальцис этот непонятный. Да я угадаю. Это хилка какая-нибудь, нет? Временно повышает дух и сопротивление магическому урону. А почему я, кстати, не использую это? Да, подожди, тут есть сохранение? А. Дух сопротивления магическому урону. Нет, я хочу здоровье.
повышение МП. Я чувствую, как скоро дадут двойной прыжок. Кисю спас? Нет, я пока не ходил туда. Я туда попозже скажу, потому что знаю, что туда придется идти. Потому что, во-первых, там сундук наверху. Я не хочу дважды ходить. Туманная просека. Стоп, что-то я, блядь, какая туманная просека. Может и можно, но я не хочу этим морочиться. Достаточно одного. Удочка новая. Мыло. Это кто такой? Могильщик? Нихуя себе могильщик. Могильщик, а у тебя сколько хп? Ну, блядь, ну это такая тупость. Да иди ты нахуй тут своей ногой, слышь ты, блядь, могильное чудище, блядь. Как много у тебя хп-то? И то чего тебе надо? Отстань. Я вообще готов к этой локации. Чё-то мне прям этот. Вау. Вау. Вау, игра. Нормальный у тебя скачок сложности произошел. Ебанешься. Не надо! Извращенец, уйди! У меня такое ощущение, что Дэмиан саботирует мои стримы. Путем мешания мне играть. Я только хочу что-то сказать, он это в чате пишет. Ебать, козёл. И я уже это не хочу говорить. И в итоге я, блядь, молчу полстрима из-за того, что он пишет то, что я хочу сказать. Шок-контент, блядь. Они, конечно, сделали противников. Да и нахер. Мощный глиф молота. Мощный глиф молота. Десять. Атака 24.
кого? Мистер Т? Кто такой мистер Т? Давай не будем плей. Кто бы ты ни была. Вампирша! Она что, по яйцам меня бьет? Окей. Шелковая пряжа. Номер один. В мире. О, боже. Уи! Шалфей! О! О! Шалфей! Нет, назад не хочу идти. Чё это? На это можно вставать? Как будто босс файт будет сейчас. Я не выживу. Что это, блядь, за локации? Почему здесь все такие сложные? Мистер Икс. Писец какой-то. Я голову убить или кого? Да, пацан. Не надо. Чё бы ты там... Не надо! Как же я живуч. Хочу сказать, чтобы она тебя раздавила. Как колонна ссаная. Я прикинь, там второй такой же сейчас прям следом. Блять, где сейф? Где хоть что-то? Чё это такое? Выглядит как какой-то проход секретный. На карте отметился. Вы чё, шутите что ли надо мной? Где, блять, сейф-то в этой локации? Я так долго иду, пиздец. Там еще шалфей или чё это? Блять, ну да, вампиршу давай еще сюда поставим, почему бы нет. Нет, мы давай не будем летсплей делать. Надоели. Мне явно не хватает здоровья. Мне надо не хват. Отъебись! Неужели наделяет способностями летучей мыши кровососа? Кто? Армахера. Кого? Хироптера? Я как хеликоптер? Хироптер? Чё как работает? Вот это? Я думал, ты летать умеешь. Аля какая, смотри. У нее анимация поворота есть. Вау. Вау, Канами. Вау, это было странно. Окей, это вся локация.
писец какой-то. Просто писец какой-то. Да, это Шалфей, спасибо пока что. Приготовлю твое дрожащее лекарство. Лекарство в кавычках? Я же выложу его на продажу в лавке, но даже не думаю получить его бесплатно. За кого ты меня принимаешь? Я вас всех принимаю за чмошников ебаных. Я вам тут гоняю, блядь, в каждый угол, блядь, локации, и вы мне ничего даже не даете за это. Welcome. Hey, want to buy something? Так. Зелья как минимум раньше не было. Проблема в том, что и денег у меня нету. На это зелье, которое 50 восстанавливает. ХП против мяса за 290, которое 29 восстанавливает. Мне нравится логика. 50 хп 500, 29 хп 290, 10 из 10. Что бесполезная херня? Ты посчитай, что бесполезная херня, если у тебя 50 будет восстанавливаться. Это как два мяса почти. Только дешевле. Плюс, зная к стрельбанию, тебе придется и то покупать. Потому что наверняка больше 9 предметов носить с собой нельзя. Очевидно. Очевидно же, ну. Come back again. Я тебе не принес ничего. Слышь, это... May the light go with you. Не. Че, мне деньги фармить сидеть, что ли, чтобы... Хоть что-то себе позволить. Вот опять начинается такая же ситуация, которая у меня была в этом. Как ее? Да как ее, Bloodstain этот сраный. У меня пол игры денег не было, потому что как только я их накапливал, я сразу же сливал на хилки. Капец. Пещера скелетов. Ну хотя бы скелетов. Музыка новая. Двадцать 8% карты, серьезно? Статы справа. Защита от электричества, защита от огня. Видно уже, нет? Давай посмотрим. Ля шагаю, смотри. Скелеты Харрисона Форда, смотри, дайверские прыжки. О, господи. Как же видно, как этот спрайт состарился со времен Турбографикса. Клифф Рапира, кстати. Да вы что, издеваетесь?
Я начинаю подумывать о том, чтобы переключить экипировку. Потому что что-то меня все дамажут так жестко. За разницей в 3. Ебанутость какая-то. Вампиршу можно, блять, просто спамить летучих мышей, все, в принципе. Машет. Че, кстати, этим не пользуюсь? Чтобы они тебе еще бесплатное лечение давали бы. Конечно, ага. Только прежде 2 уже есть. С 5. Скриншот. Да кто, блядь, меня... Иди ты нахуй! Я скриншот делаю, блядь. Ты чё, издеваешься? Почему все такие сложные? Я, блядь, всё, экипировку купил, блядь. Я всё купил! Иди нахуй, игра, ну чё это такое-то, блядь? Почему меня все убивают? Я купил самую мощную экипировку, которую только можно было. Что, блядь, тебе нужно? Чтобы я прокачал 12 уровней, что ли, или что? Какая-то блинская блинствость происходит. Блять, ни на что не хватает, ну серьезно. Они кидают мне деньги по одной, по две, блять, и просят за 500 покупать предметы. Да, охуенно. 10 из 10. Прям нравится. Это говно. Конечно же, одно сердечко восстанавливает одно сердечко. Еще одна классная механика в этой игре. Что там было-то?
Как, блядь, его доджить? Вот объясни. Как я увернулся, расскажите. А то я не понял. А почему до этого я никогда не уворачивался, я не понял. Что-то я вообще ничего не понимаю. Есть спуск вниз, есть дорога влево. Охуенная картина. Ебать, экспириенс идет. Ладно. Ёпта! Шалфей еще один. А он меня просил еще шал... Я не хотел это тратить. Спасибо, игра. Пора бы уже игра дать мне двойной прыжок. Или высокий прыжок. Что-то одно из двух. А то уже как-то, ну, слишком много предметов скопилось. Level up! Level up! По 50 опыта дают. Примерно. По крайней мере, вот с этих челов. Могу я эту штуку выключить? Some motherfucking T-Rex! Зелье от порчи. Хорошо, кстати, бэкграунд так умно выглядит здесь. Пикселяр прям козырный. Вся проблема будет, когда назад придется идти. А придется. 100 пудов.
Зачем-то придется. Ёпа мать. О, да. Это потрясающе. Супер удовлетворительный дамаг. О, да. Ой, да, прекрасно-то как. Я могу, в принципе, вас всех зафигачить. Могу двух оставить. Больше МП. Шелкового пряжа 3. О, господи, я не хочу с Тирексом драться, он какой-то душный. Но по нему видно, что он душный. Да у меня нечем лечиться. Ну, мясо одно есть, все. Какая же дурость. Какая же дурость эта игра. Самое время дать мне босса посреди нигде без ни единой хилки. Почему нет? Почему нет? О боже. Людоед. Что это было? Ты меня задамажил? Спасибо за хорошего босса. Премног признателен, благодарен. Бэкграунд у этого босса какое-то просто полное безумие. Так много костей в одной комнате. Так красиво развешанных. Это еще надо уметь так нарисовать. Вау. Еще дали с босса. С них ничего не дают, кроме ХП, по-моему. Максимально. И то это level up. Локация, ты кончишься? Или мы еще пойдем гулять? Oh. Здорово. Отпусти этого человека, Альбус. Как скажешь, моя дорогая. Я уже закончил, так что он полностью в твоем распоряжении. Зачем ты втянул в свои дела жителей деревни? Их это совершенно не касается. Неужели? Не переживай, милая моя Шану. А что ты тут, милая, дорогая? Что случилось? Все обретет смысл, когда я исполню то, что задумал. Вот увидишь. Позволяет совершить дополнительный прыжок. Камень полета. Спасибо. Анимация. Как она. Огонь! Нам спинку. Ровнее спинку.
Ёб твою мать, Георгий. И Георгий. Как это великодушно с вашей стороны. А что вы спасли меня? Что он с вами сделал и где остальные? Он вытянул меня из меня немного крови и промолвил лишь несколько слов. Он сказал, что возвращается в деревню, я беспокоен. Опять в деревню? Что ж ты пытаешься сделать, Альбус? Это часом не Алукард? Зачем ему кровь его? Его конкретно. Не чья-то, а вот именно вот этого чела. Ну, у нас дорога по прямой. Извини. Извините. Нет. А чё у меня с оружием? А, оно так и было. Вот это белое не замечал раньше. Чё ты, роман, заранее пишешь? Ну вот теперь можно писать. Чё это? Хрень хп роскошно. Какой же роскошный фарм здесь, посмотри. Они прям сами тебе под меч прыгают. Тебе вообще делать ничего не надо. Я уйду из локации, и мы закончим. Числа в отпуск. Красиво. Отпуск — это красиво. Но быстро как ловела попопится здесь. Ты посмотри. Да уйди нахер. Так, где тут по дороге был сундук, да? Помнится. В следующей комнате, да? Рапира. Что это? Повышение харшу. Это косуля. Так, а где было? Здесь было? Не спим. Блять, вы что, издеваетесь надо мной? Один, блять, начинает, второй начинает. Сейчас пойдем. Так, это я взял. Это я. Что-то было, да? Я тоже это взял, да? Под водой это мы сделали.
Вот эта локация похожа на нее, да. Давай. Вот это я еще сделаю. Почему так не терпится меня выгнать спать? Вы все равно сейчас ничего делать не будете, наверняка. Будете по другим стримам бегать. Я, между прочим, вот кису пытаюсь спасти. Ради кошки. Ради кошки я сижу сейчас. И я готов ради... Ты смотри, тут деньги падают. Мне кажется, давно денег ни с кого не падало в этой игре. Сундук? Че? Я не понял, тут спустя какое-то время сундуки респавнятся все, что ли? Напоминает мне... Опять-таки эту игру. 50. Чувствую фарм. Чувствую фарм во имя... Мне вот честно наплевать. Кольцо шута. Конь. Захочу стримить до 2 часов ночи. Буду стримить до 2 часов ночи. Что ты с этим поделаешь? Кыся. Кыся, а тебя можно забрать-то? Я пытаюсь. Кыся, как тебя забрать? Забрал. Киса идет в новый дом. Это кому было адресовано? Мне? Я добрая. Ладно. Менять того факта, что я первый год стримов стримил до 5 утра каждый день. Я думаю, хаммер. Здоровье подорвал. Ничего не подорвал. Ты, блядь, выдумываешь, сидишь что-то. Это помнят только избранные. Я помню. Ой, катсцена какая-то. Помоги нам, этот человек снова вернулся. Скажи мне, что он сделал. Даже подумать страшно. Он использовал какое-то устройство, чтобы вытянуть из нас немного крови. А... Неужели это то чудовище, о котором ходят столько жутких слухов? Дракула. Не понимаю, зачем ему нужна ваша кровь? В другую сторону бухты стоит старая усадьба. Быть может, он обосновался там. О, господи, что же демон задумал с нами сделать-то, ну? Это что, подожди, там... Новая локация, что ли, появилась? Да. А что с предыдущей? Мы ее все закончили, что ли? Все. Мы его закончили? Ты упал? Ренфилд!